Вот и закончились летние каникулы, и сегодня распахнулись двери всех школ, а дети, необыкновенно нарядные, с букетами цветов, спешат к новым знаниям, новым победам. Ведь школа – их второй дом, вторая семья, и радость встреч отражалась на их лицах. По случаю празднования Дня знаний в первой школе прошла торжественная линейка. Мы отдохнули лето, набрались сил, идей творческих. И, естественно, сейчас нам предстоит очень трудная работа. Нам предстоит окунуться в водоворот школьной жизни. Какой же праздник без гостей? И первая школа не осталась в одиночестве. Хочу пожелать, прежде всего, первоклашкам и их родителям, чтобы они побыстрее влились в эту дружную семью под названием «Школа номер один». Хочу пожелать нашим выпускникам, чтобы они этот год прошли с честью и сдали все экзамены на хорошо и отлично. А всем желаю крепкого-крепкого здоровья, чтобы никто не болел. Желаю, чтобы как можно больше знаний вы получили в этой школе. Уважаемые коллеги, вы мобильны, творческий потенциал несете своим детям. Вы дарите сердце, вы предоставляете руку и плечо в трудную ситуацию. Я желаю вам успехов, и пусть этот год будет самым лучшим. Уважаемые родители, вы соратники школы. Вы та опора, на которую может опереться каждый классный руководитель, директор школы. Вы связующее звено между вашими детьми и учителями. Я желаю вам сил, здоровья, понимания. И пусть триединая цель – учитель, ученик и родитель – будет жить и процветать в этом замечательном здании. Всем здоровья, счастья, благополучия и становитесь героями наших многочисленных телевизионных передач, потому что ваша школьная жизнь, пожалуй, самое интересное, что происходит у нас в городе. Особенно это касается средней школы номер один. Самые маленькие ученики были настоящим украшением школы. В этом году образовалось 4 первых класса. Сегодня в большей степени это их праздник, и особое внимание уделялось именно первоклассникам. Торжественно во главе с учителем они прошли перед всей школой и заявили о себе в стихотворной форме. Принимает часто школа ребятишек в первый класс, но сегодня день особый, мы пришли, встречайте нас. Позади остался садик, беззаботные деньки. Скоро первые оценки мы получим в дневники. Старшеклассники по праву поздравили всех с новым учебным годом и дали свои наставления, ведь опыта у них не занимать. Школьные двери для нас распахнутся, завтра учебные будни начнутся. Ну а сегодня праздничный час. С праздником мы поздравляем всех вас! В первой школе всегда было огромное количество талантливых детей, которые с удовольствием делились своим мастерством с друзьями. Традиционно право дать первый школьный звонок предоставили первоклассникам, и справились они с этой задачей превосходно.